понедельник в Либерии от Эболы умер 15-летний юноша. Смертоносный вирус у него выявили на прошлой неделе. Это стало первым для страны случаем заражения за последние 2 месяца и первым случаем смерти от Эболы с июля. Молодой человек скончался в больнице рядом со столицей, Монровией. Там же в настоящее время от Эболы лечатся его отец и брат. Очень жаль, что после всего того, что мы сделали, вчера мы потеряли первого пациента. В целом мы реагируем очень хорошо. У общественности нет нужды для паники. Мы контролируем ситуацию. Повторяю, все под контролем. 153 человека, которые могли входить в контакт с умершим, помещены под наблюдение. Сейчас специалисты также пытаются выяснить источник вируса. Для этого обратились за помощью к коллегам в США. Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения сообщает, что вакцина от Эболы скоро будет доступна в Либерии. Я могу подтвердить, что вакцина от Эболы, которая показала себя очень эффективно в борьбе с вирусом в Гвинее и Сьерра-Леоне, доступна в Либерии. Сейчас власти Либерии работают с международными партнерами, чтобы официально ее одобрить, чтобы люди смогли получить пользу. Все идет по плану. Мы хотим начать вакцинацию тех, кто в группе риска, как можно скорее. ВОЗ уже объявляла Либерию свободной от Эболы дважды. Первый раз в мае, второй – в начале сентября. За 1,5 года эпидемии от этого вируса в стране погибло более 4800 человек. В целом же, с учетом соседних Гвинеи и Сьерра-Леоне, болезнь унесла жизни более 11300 человек. Сьерра-Леоне была объявлена свободной от Эболы 7 ноября. В Гвинее же последний пациент выздоровел 16 ноября. Если по прошествии 42 дней новых случаев заражения не появится, то и эта страна объявит о победе над вирусом.